корабля на бал. Вернее, наоборот. Вот в такую авантюру я, ребята, ввязалась. Я в смысле Аня Семенович, а авантюра в смысле программа по секрету всему свету. Хотя иногда я уверена, и правда очень полезно взглянуть на себя и на мир совершенно с другой стороны. Я в заповеднике Аглахты, а это Енисейские ворота. Место, где Енисей встречает на своем пути сразу четыре горы. Я уже предвкушаю, сколько всего интересного мне еще только предстоит увидеть и узнать. Ой, сама себе завидую. Доброе утро, Хакасия! Хакасия – республика в юго-западной части Восточной Сибири. Заколдованная страна – так назвал ее первый исследователь Даниил Готлиб Мессершмитт. Что-то колдовское в ней и правда есть. Но не чудо ли, что здесь, например, 317 солнечных дней в году? А в лучах солнца, кстати, и без того прекрасный край становится еще краше. Боже, вы не представляете, как мне нравится окружать себя чем-то красивым и оригинальным. Это парк топиарного искусства, то есть искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников. А это, к слову, про оригинальность. Эйфелева башня по-абакански. Кстати, не единственный кусочек Франции в Хакасии. Вот еще один. Да не кусочек, а целая планета. Узнали? Тот самый «Маленький принц». Как, наверное, многие из вас очень любила эту книжку в детстве. Хотя ее главные мысли взрослым как будто стоит повторять еще чаще. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. А еще, мне кажется, мои дорогие, всем нам нужно не переставать мечтать. Прямо как вот эта скульптура «Мечтатель». Ну или девушка, с которой я вас сейчас познакомлю. Только тот, кто не боится ставить самые смелые цели, ну и, разумеется, усердно работает для их достижения, добивается самых высоких результатов. Это я вам как чемпионка говорю.